Компания ВПК «Подшипник» представляет вашему вниманию закрепительную или стяжную втулку. Такая втулка обеспечивает возможность монтажа двухрядного сферического шарикового либо роликового подшипника с коническим отверстием внутреннего кольца на гладкие валы без заплечиков, обработанные по третьему классу точности. Во избежание ослабления затяжки гайки используется стопорная шайба. Закрепительная втулка имеет цилиндрическое отверстие для посадки на вал и коническую наружную поверхность для посадки подшипника. Применение стяжных втулок упрощает монтаж и демонтаж подшипников, а также позволяет использовать шейки валов, обработанные с меньшей точностью. При подготовке к монтажу подшипника на вал закрепительной втулкой резьбу втулки и торцевые сопряженные поверхности смазывают дисульфит молибденовой пастой или подобными смазочными материалами. Наружную поверхность смазывают тонким слоем масла. Подписывайтесь на наш канал. Будьте всегда в курсе новостей, новинок и интересных особенностей подшипниковой продукции. Заходите на сайт ВПК «Подшипник», где представлен только оригинальный товар. ВПК «Подшипник», чтобы все у вас крутилось.